Для жителей Дашковой песочни это место почему-то считается едва ли не культовым. Весной и летом здесь, оказывается, гуляют, жарят шашлыки и просто весело проводят время. И теперь именно сюда, мол, какой-то злодей направил канализационные стоки. Так утверждают в жалобе, опубликованной на рязанских информресурсах. То, что течет по дну, они гордо называют прудом, а любое изменение экологии здесь воспринимают как личную обиду. Вот только никакого парка тут нет. Технически это дренажный овраг, и все, что в него стекает, никакого отношения к чистой воде не имеет. Вот она, та самая лужа. Назвать ее местным прудом как-то язык не поворачивается. По ощущениям, запаха канализации здесь нет. Но если сильно присмотреться, то можно заметить над водой пар. А это не что иное, как, скорее всего, утечка из теплотрассы. Если покопать в архивах интернет-форумов, то порывы теплотрассы в этом районе иногда происходят. Дело житейское. Понятно, что все это превращается в поверхностные воды, которые стекают туда, куда им нужно, в дренажный овраг. А вот вывода канализационных стоков здесь нет. Мы провели обследование этой овражной балки, установили, что загрязненных канализационных, тем более стоков, нет. Но из дренажной трубы набор больше, чем обычный. В связи с этим задание нашим муниципальным ресурсоснабжающим организациям дано задание проверить ближайшие сети на предмет возможных утечек. А вообще, конечно, к этому, как уверяют нас неравнодушные рязанцы, месту отдыха сегодня не пройти. В основном из-за бурелома. И, кстати, если уж действительно здесь гуляют местные, ну, так исторически сложилось, то неплохо было бы, говорят в городской администрации, жителям близлежащих домов провести здесь субботник и очистить балку от сухостоя и мусора, чтобы по-настоящему называть это место своим. Как сообщили в дирекции благоустройства, эту территорию намерены убрать во время проведения весеннего месячника. Там, может, и активисты подтянутся. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».